памятные букеты и несколько фотографий на память. Ну, и насколько я понимаю, сейчас должно быть произнесено как бы некое ответное слово. Правда, Андрей? Андрей, есть у вас что-то сказать в ответ тому, что было сделано? Андрей Золотарев, друзья, давайте поприветствуем. Подождите одну секунду, я немножко расскажу, что это за люди, что это за удивительная семья. Денис Викторович и Нина Николаевна имеют прекрасных двух своих крепких сыновей, усыновили еще трех детей. И сегодня эта семья имеет 5 детей, замечательная семья. Спасибо вам, что такие люди есть в Самаре. Для нас это было очень неожиданно, мы узнали буквально. Для нас это было неожиданно, это действительно был сюрприз и подарок. Большое спасибо Авторадио, компании Nissan и администрации города Самара. Мы очень благодарны и будем ездить, пользоваться и вспоминать добрым словом. От нас вот такой импровизированный сувенир, чтобы помнили. Большое спасибо. Аплодисменты, друзья, это дорого стоит.